Не знаю того, что дом это для вас может быть ловушкой и погибелью. Вы сегодня совершенно слепые и глухие, вы не слышите. Здравомыслие отвергнуто вами. Не только сегодня, а все время. Вам надо каждую минуту здесь дорожить, а вы рветесь домой. Сейчас пришла домой, что у вас там будет? Ночевать подругам опять пойдешь? Ты вперед на полсантиметра не видишь, что дальше-то будет, и тебя раздирать будут. Перед тобой уже миллионы прошли, которые погибли. И след их обрывается в преисподнюю. Я вас не могу не остановить ничего. Притом, вы четверо, ни одного нет духовного-то среди вас, чтобы он открыл Писание, остановил вас, безумие ваше. Не делайте, что Сергей звонит, и нахуй где-то ночует у кого-то. Ты что, с ума сошла, что ли? О вас заботится человека никаких, а я там у подруги была. У подруги была, пила и ела. Ты ничего не понимаешь еще. Ничего. Сегодня она написала, а у меня парня нету. Понимаешь, нет? Тебе в форточку будут лезть, ты дашь ход. И спасения никакого не будет. Господь говорит, я взывал, он людей посылает к вам. Вы не приняли. Я ополчусь на вас, Господь говорит, я устал миловать. Иеремия, 15 глава, 6 стих. Страшные слова. Бог призывает вас. Вот сегодня сейчас домой ехать. Зачем? Какой огромный риск, глядя на ночь. Целый день Сергей Павлович работал, кланялся. Вы понимаете, какая работа велами, сколько он. И сейчас за руль поедет на ночь. Зачем? Когда ему нужен покой сейчас, а потом можно пораньше встать и поехать. Приехал вчера. Какая дорога там мотала. Вы ничего сейчас это не надо. Домой. Ты сказал, нет, сейчас они лягут спать, все. Во имя Господа прошу вас, не ездите. Не надо ехать. В ночь глядя, нигде ничего не горит, лишние 200 рублей за собаку заплатишь. А это вообще, она не знает, глаза закатила. Еще встреча назначена где-то. Ты сама посмотри, как когда-нибудь, один день свой, рассмотри внимательно, где там Бог, Господь с тобой был. Господь с тобой там был, когда ты остаешься ночевать, неизвестно с кем. Да верующий, разве ты овца, овечка будет в волчьем стае там ночевать? У нас была одна такая, мне очень близкий человек, знакомый. Подсыпали, дальше она ничего не помнит. Она помнит, только брюхо стало расти у ней. Кто на ней спал, она не знает. И ребенок рождается тоже такой же, такая же шлюха. Такая же шалава. Да, Тихонич, давайте помолимся, время много, мы поехали. Господи, милостью будет нам грешным. Коснись сердец этих людей и останови их безумие. Мы просим Твоей милости, добрый ангел Господень, да не даст им погибнуть. Распечатай их уши и глаза и открой их сердце. Слышать, что Ты говоришь. Будь милостив к ним, Господи. Эти несчастные люди остались без матери. И рядом отец пьяница. Какое горе их ждет, и они этого не понимают совершенно. Или ты покинул их, и Дух Святой не касается, только ты знаешь. Будь милостив к нам. Хвала тебе, наш Господь, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь.